Более 2 миллиардов людей в мире имеют избыточный вес. 20% населения в стране страдает ожирением. Сегодня, в период максимального развития медицинских технологий, предлагаются разнообразные методы борьбы с лишним весом. Одним из них является бариатрическая хирургия. Операция проводится бесплатно этим методом в областной многопрофильной больнице. Бариатрическая хирургия – безопасный и эффективный метод лечения ожирения посредством экстренного медицинского вмешательства и современной медицины. С начала года в областной больнице прооперировано более 40 пациентов со всей страны. Первая причина, чтобы убрать сахарный диабет второго типа. Вот у меня был сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени морбидное было, большой высокий вес. Потом я долго не думала, сразу приехала 9 августа сюда, в город Кокшетау со Астаны, на консультацию, проконсультировалась. Оскар Жукенович мне одобрил эту операцию. 18 октября у меня сюда была госпитализация, сделали операцию 19 октября. Медперсонал вообще очень хороший здесь, в городе Кокшетау, отличный. Все подсказали, все рассказали, как что будет проходить. Оскар Жукенович тоже все рассказал подробно, как все это будет происходить, каким методом будет делать операция. Операция заключается в том, что иссекается часть желудка, оставляется небольшой резервуар, 150-200 миллилитров, и затем отключается 2 метра кишечника. Впоследствии пациенты, страдающие диабетом, у них нормализуются сахара, стойкая потеря массы тела, первый месяц около 20 кг, в течение 3 месяцев до 50 кг пациенты теряют весе. Бариатрическая хирургия предлагает наиболее значительное и постоянное решение проблемы снижения веса для пациентов с ожирением. Однако пациентам следует рассматривать бариатрическую операцию только после того, как они попробуют другие варианты снижения веса, такие как диета, физические упражнения и лекарства, говорят эксперты. В основном эти операции выполняются методом эндоскопии. Это первая традиционная операция, при которой болевой синдром становится менее серьезным. Пациент может встать на ноги уже после операции. В этот же день он может пить воду. Раны заживают быстро после такой операции. Следует отметить, что ежегодно в областной больнице получают лечение в среднем 28 тысяч пациентов. Количество выполненных операций более 12 тысяч. Этот тип операций проводится примерно 2 раза в неделю. До конца года большое количество людей ждут операции. Вероника Цветкова, Резагуль Шаменова, Алишер Шукубаев, Кукче, Акпарат.